Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и мы продолжаем играть в LEGO Jurassic World. В прошлом видео нас тиранозавр скинул, непонятно куда. В общем, сейчас нужно будет отсюда выбираться. Я так понимаю, уже скоро конец сюжетной части, посвященной парку юрского периода, оригинальному первому фильму. И будем переходить ко второму уже, Затерянный мир, да. Ну, думаю, в ближайшие два видео, включая это, мы, думаю, сюжетную часть закончим. Возможно, они будут чуть подлиннее, чем предыдущие, то есть дольше 20 там, минут, возможно, под 30. Вот, ну, думаю, ничего страшного. Так, берем Тимми, потому что только он тут пролезет. Отлично. Так, сейчас здесь мы откроем мост, и наши друзья смогут перейти. Так, нам нужна Лекси, я хочу попробовать сбить камеру, интересно, что-нибудь будет? А, нет, кроме деталек ничего. Я думал, вдруг что-нибудь там, коллектабл какой-нибудь. Так, сейчас нам нужен Алан Грант, потому что он умеет копать, он у нас диггер своего рода. Так, сейчас нужно это как-то все собрать. Так, что-то детальки разлетаются ко всем чертям. Так... Все отлично получилось. Ну и разрушим все, что тут есть. Вдруг монетки нам пригодятся. Ну, они как бы нам все равно пригодятся. Покупка персонажей и прочее. Там автомобили, динозавров, возможно. Ну или, возможно, динозавров открывают. Все именно динозавры открываются каким-то другим способом, помимо сюжетной части. Я думаю, там деньги тратить не придется. Там нужно что-то найти, какой-нибудь янтарь или что-то типа того. Это в свободной игре уже каждую миссию проходишь и открываешь нового динозавра, я так думаю. Так. Так, вот из этой штуки много выпало деталек. Ладно, оставим в покое. Так, вот какие-то синие кусты. Мне бы хотелось знать, что это такое тут. За ними тысячные, да, детальки, которые тысячу прибавляют. Шикарно, не зря зашел, получается. Так, вот Лекси. Так, сейчас попробуем еще одну камеру сбить. Вдруг там все-таки коллектабл какой-то. Так, промазал. Нет, все-таки ничего нету. Только монетки. Так, пробел это вернуться обратно на эти штуки. Думаю, нам нафиг надо. Так, ну идем за этими синими детальками. Так, тут что у нас? Информационный стенд, да? Ну, нам он нафиг не нужен. Так, это никак не открывается, никак выстрелить ничего нельзя, да? Я вообще не понимаю пока, что это за хрень такая, как ее открывать. Но, видать, в будущем я узнаю. Пока что остается секретом. Да, да, ничего вообще, никакой реакции. Так, ну хоть камеру сбили, и то ладно. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Ой, провалился. Так, тут, по-моему, это переходило дорогу Элли. А, нет, нет. Похожее место просто, типа, где Элли с трицератопсом переходила. Но это вроде не то место. Другое, новое. Так, тут я вижу золотой блок где-то рядом есть. Ой. Скатился. Непонятно, конечно, как его брать. Тут где-то наверху, и вот как вот залезать, вообще я не понимаю. Никаких подсказок, ничего нет, и ни смена персонажа, ничего здесь не помогут. Видимо, я в будущем как-то узнаю, как туда забраться. А может и не узнаю, может гуглить придется. Или вы мне подскажете. Так, ну кричать и бесполезно, тут стекла нет.
отлично, все проскакали. Так, вот тут нам нужна уже Лексия, чтобы сбить какую-то штучку. Отлично. Так, классно, я даже не допрыгнул. Хопа, все получилось с первого раза. Так, здесь опять же нужен Алан Грант. Ну, я как раз им играю. Тут кости уже какие-то. Так, лестницу собираем, понятно. Так, мне нужен Тимми. Потому что только он у нас может входить в темноту. У него и очки есть, если кто заметил. Ну и вот он в такую темноту заходит. Тут какие-то бонусы. Я думал, тут может золотой блок какой-то, а тут эти просто деньжата, детальки лежали. Так, ну все, в принципе, можно двигаться дальше. Так, золотые кусты, интересно. Нет, они просто желтые. Ну или у них типа большее количество золотых деталек. Ну фиг знает, если честно. Просто так для разнообразия, может быть, поставили. Так, здесь нам опять же нужен Алан Грант, чтобы порубать этот бамбук. Отлично. Wanna learn something? Visitor said it's just about a mile of that rise there. Just keep. Whoa, whoa, whoa. Are those meat eating? Metasauruses? Really uniform direction changes, just like a flock of birds evading a predator. They're flocking this way. Так, на перегонки с големимами. Так, я вообще не понимаю, что это такое. Тут, мне кажется, по-любому есть какой-то коллектабл. Не знаю только, смогу ли я его собрать. Вот уже что-то там ломается. Тысячу пропустили. Еще одну пропустил. Опа. Вот, одна из трех. Вот, блин, где мне еще достать? Сбить. Тут же эти големимусы тоже, типа, когда врезаются, у меня денежки пропадают. Да, вот, допустим, вот так это происходит. Вот там вывеску эту пропустил, черт. Так, так, так. Блин, промазал. Как так-то? Ну, это невероятно. Ну, ладно, пофиг, потом как-нибудь соберу. Something went wrong. I'm gonna go get the power back on. You can't just stroll down the road. I think I can follow this and then talk you through it. Come on, let's go. This way. Mr. Arnold? Mr. Arnold? Так, самое забавное, что по сути там же в фильме все было не так, но здесь просто как бы два персонажа обязательно должно быть в каждой сюжетной части, поэтому решили тут немножко так придумать. И опять эта чертова сосиска, типа, намекает на присутствие рапторов. Типа, с самого начала. Какой-то прикол вот этой сосиской тут. Так себе, конечно.
I understand how to read a schematic. Ну, когти раптора сейчас бы, ну, след от когтей, по крайней мере, был. Так, тут дерьмо раптора. Так, давай, Элли. Фуа. О, янтарь, круто, наверное, раптора открыл. Да, монетки тут дофига, как бы их все нормально с этим. Ну, монетки, детальки. Думаю, к этому придираться не будете. Так, тут не пройти, да? Нужен другой чувак. Какой-то вообще непонятно. Что это за перец, вообще не понимаю. Ну, лично у меня мысль, что должен быть чувак из затерянного мира, который, помните, клетки типа открывал. С собой взял эти всякие инструменты, типа для открытия замков. Вот, наверное, я думаю, это он здесь должен быть. Так, нужен ключик. Так, это третий уже из четырех. Клево. Так, понятно, это идти по следам, но я хочу вначале сломать этот шкаф. Или что это такое? Так, теперь можно взять эту детальку. Очки чьи-то или что-то такое, фиг знает. Так, порылись и нашли ключик. Прекрасно. Да, генератор какой-то был. Так, здесь нужен этот чувак, который с шокером. Так, я в принципе так запрыгнул, но чтобы Элли зашла, нужно сделать тут тропинку. Так, эти штуки уничтожаются? Нет, они не уничтожаются. Хорошо. Проходим дальше. Тут у нас какие-то паром пышут какие-то штучки. Так, здесь Тимми нужен. Ну, я просто пока других не знаю, кто здесь такой мелкий чувак. Он, кстати, следы от когтей. Кто, кроме Тимми, тут умеет лазить у нас везде? Так. Вот это фигня не уничтожается, да, но урон мне наносит. Окей. Да, нужно как-то проскочить мимо. Хорошо. Так, эта штука уничтожается, да, превосходно. Что тут еще у нас? Тут нужен кто-то прыгучий. Так, это у нас будет Элли с гарнитурой. Ха, прикольно. Так, сейчас я их отключу все, наверное, да? Странно, что у второй в другую сторону стрелочка ушла. А вот раптор побежал, козел. Тут станок какой-то, прикольно. Так, опять дерьмище тут. Так, это четвертый, да, и я получаю еще один наборчик. Так, хочу прицелиться. В итоге попал только в одну. Окей.
Так, это что у него за неуничтожаемый объект такой, дверь какая-то. Так, здесь опять Тимми нужен, чтобы куда-то пролезть. Так, здесь вырубаем его вот так вот. Все, вырубили. Так, и что у нас здесь? Просто монетки. Ну, детальки, да. Ничего интересного. Так, все, дошли до щитка. Сейчас тут все поуничтожаем. Крысы тут бегают. Их никак нельзя убить, как бы я ни хотел. Так, я так понимаю, здесь нужен опять девушка. Ага. Типа она только они допрыгивают. Типа если меньше вес, то типа дальше летишь. Ну, я так понимаю, логика у разработчиков была такая. Так, все открылось и сломалось. Еще и закрылась дверь, прекрасно. Так, ну собираем. Так, я понял. Нажимаем. Отлично. Вот это прикольно, да, прям как в фильме было. Шикарно. Мистер Хэммонд, я думаю, мы снова в бизнесе. О, мистер Арнольд. Странно, что там был целый, неповрежденный Арнольд. Он должен был, вообще-то, типа только рука должна была от него остаться. Я думаю, в Лего могли бы такое сделать, но решили, видать, что это будет слишком жутко. Хотя, мне кажется, современные дети, которые, ну, которым нравятся динозавры, они Парк Юрского периода уже посмотрели очень давно, и для них, наоборот, круто, когда «О, динозавр съел человека». Так что, не знаю, ну, видать, так принято, наверное. Типа родители бы негодовали, если бы они тут такие сцены устраивали. Так, что сейчас вырастет, мне интересно. Одна из четырех, да, прикольно. Какие-то пасхальные яйца или что-то. Гнездо птицы просто какое-то было, фиг его знает. Так, ну сейчас этот чувак не допрыгнет. Это у нас Элли прыгунет, а? Так, ну давай, прыгай. О, отлично. Ты еще и гимнастка, Элли, оказывается. В фильме бы тебе эта фигня пригодилась. Так, давай. Вырастим деревце. Превосходно. Ну и спокойно забираемся. Так, ну тут все объекты уничтожаем, чтобы получить эксперта по выживанию. Блин, уничтожая растения, из них пауки выбегают. Что-то не клево. И там кто-то в кустах шевелится. Негодяй какой-то. Офигеть, я чуть не ожидал. Я думал, они просто пугать как-то будут. Но не знал, что он нападает прям. Пытается меня сожрать. Ну ты даешь, конечно. Сожрать меня не получится. Уходи давай. Все, go away, давай, все, вали. Чешуйчатый засранец.
Блин, теперь я буду готов, потому что когда в кустах кто-то зашевелится, нужно готовиться к атаке с его стороны. Мне получается к обороне. Так, ну давай уже быстрее набирайся, этот эксперт по выживанию. Ну хотя кого я... Так, раптор нужен там для чего-то, фиг знает. Хотя кого я обманываю, мне кажется, даже если я его наберу, я буду все равно уничтожать каждый куст. В сюжетной линии уж точно. Потому что в тех-то частях там можно просто побегать по острову, заново набрать монетки, да, а вот отсюда нужно как можно больше собирать. Отлично, да господи. Ну, воняет и воняет, что ходить теперь рядом нельзя, что ли? Конечно, кто им не интересно, прям в центре леса такую кучу навалил. Сомневаюсь, что это рапторы. Так, это было 2 из 4. Мне интересно, где остальные. Так, там кто-то шевелится в кустах, но я же знаю. Давай, выходи. Блин, ты смотри, не уничтожается. Да, так я знал, что он сейчас выпрыгнет. Так не знал откуда. Чёртов кролик меня напугал. Так, давай, Элли. Запрыгивай. Запрыгивай, говорю. Кому говорят? Так, отлично. Так, уголь раптора. А, понятно, я рылся, и эта сволочь выскочила. Ты чё, офигеть, еще ногой меня к себе тянет, нифига себе борзая. Да, блин, нафиг в кусты. Так, для чего вот эти штуки тут лежат? Наверное, чтобы кидаться, да? Нет, не таким образом, наверное, как-то по-другому это делается. Так, я не понял, как это делается. О, нифига себе, я угадал, я сейчас не знал, где она сидит. Так, сейчас, наверное, надо следить, да? Угадайте, где сидит раптор. Ну, подлюка, я знаю, где ты сидишь. Поехали по новой. Угу, вот ты и попалась. Run. Got her. Ну что ж, дорогие подписчики и зрители канала, надеюсь, это видео вам понравилось. В следующем, я так думаю, мы закончим уже сюжетную линию парк юрского периода. Всем всего хорошего, до скорых встреч. Вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. Также есть сообщество в ютубе, где можно интересные картиночки и прочее посмотреть, поучаствовать в жизни, скажем так, канала и сообщества. Всем всего хорошего, до скорых встреч и всем пока.